Всем привет! С вами Некромас, и сегодня мы с вами опробуем еще одну игрушечку. Называется она Zompiercer. Ее разрабатывал и делал один человек, всего один. Да-да, вы не ослышались, один человек. Он русский, его зовут Дмитрий. До вот этого выпуска он ее делал 2 года. Но, как видите, пока игра в альфе. Так что, если тут будут баги, всякое такое, не удивляйтесь, не возмущайтесь и тому подобное. И, конечно же, наверное, некоторые из вас уже поняли, по названию Zompiercer, типа, про что это и как это, так как есть такой сериал классный, даже, по-моему, есть и такой фильм, ну, хотя бы фильм, я точно не помню название, но действие то же самое, что и в Snowpiercer. Те, кто знает, те поняли. В общем, но вас, наверное, смущают эти 3 буквы. Зом. Что это за зом? Хотя это тоже, наверное, можно догадаться. Сейчас очень популярно стало почему-то, может, нас к этому готовят, я не знаю. Но очень популярно стало делать всякие фильмы, игрушечки про зомбако. В общем, что за игра? У нас есть апокалипсис, у нас есть поезд, у нас есть чувачок такой, и у нас есть зомби. И во всей этой каше нам надо выжить. Нам надо улучшать наш поезд, продвигаться. В общем, если кончается горючка, игра кончается. Если умираем, игра кончается. Ну вот. Так как у нас все есть, давайте начнем. Поехали. Так, ну, текстик почитайте сами. Я не диктор. Это самое, у меня с этим плохо. В общем, суть такова, что был апокалипсис, появились зараженные, есть какие-то люди, у которых есть иммунитет, которые не превращаются в зомбаков. И, в общем, эти люди начали такие, как бы, группы создавать, делать как бы такие заезды, налеты, или как это назвать, на города там и похожие места, чтобы запасаться ресурсами. И потом они начали собираться как бы в оставшиеся или очищенные от зомбаков там тоже места жительства. И они начали делать как бы сообщение между этими местами железной дорогой.
И наш вот главный персонаж как бы получил только что работу в одной из таких групп, и он стал помощником машиниста, но случилась беда. И вот мы в эту беду и попадаем. Начать. Так, сейчас это орет очень громко сиренка. Я с этим ничего поделать не могу, потому что, по идее, тут все стоит на самом низком уровне. Значит, так. А где это наш великий, это самое? Ну, вы поняли, кто, да? Так вот, сейчас мы будем лутаться. Наша первостепенная задача отсюда смыться. Так, забираем. В общем, по-быстрому можно забирать все английской буковкой F, да, из шкафов. Бита. Люблю биты. Люблю, но не такие. Так, чего? Так. Ну, ножик это типа для стелса, то есть подкрадываетесь, убиваете. Но я сколько не пробовал, у меня не получалось почему-то. Не знаю почему. Может, я такой криворукий очень. Тут у нас как бы магазин какой-то, да? Да. Нечего тут милашничать. Да? Вы же знаете, на каком вы каняле. На маньякском. Да? Так, здесь все забрали. Сейчас надо. Типа вот, одеваем рюкзак, одеваем ботинки, которые почему-то очень нужны. Так. Пошли дальше. Патрончики. В туалетах патрончиков нету. Это не Fallout. Там вроде бы в какой-то игре еще бывает, что в них бывают пистолеты. Здесь тоже нет. Значится, насчет сирены. Я сейчас ее отключил. А потом я включу ее по обратному, потому что мне так будет легче убежать. У, сколько тут всего. А это мне понравилось. В общем, там мы нашли письмо, я его читать сейчас не буду. В нем пишется, что, ну, типа, там один чувачок такой был очень недовольный, что его лук кто-то типа крадет. Поэтому он сделал такую вещь, что он закрыл кладовку, а ключ взял с собой. И я так подразумеваю, что он превратился в кое-что нехорошее. Вот эта кладовочка, вот. Видите, ее открыть нельзя, да? Взломать ее тоже нельзя. Бить биты я не буду, потому что знаю, что она не сломается, а бита у нас как бы ломается. И нам это не нужно, да? Тут тоже ничего больше взять нельзя. Да, нельзя взять. Ну что ж, включаем шумок. Извиняюсь за это, но мне будет легче. А, свет не работает. И вот мы вышли на улицу, да? Мы можем идти вот так. Ну или бежать, тогда у нас будет стамина использоваться. А сирена, я как и говорил, они сбегаются на звук. Эти зомбаки. В общем, пока что есть
типа 4 локации, да? В игре. А в будущем разработчик обещает, что будет 15. И будут какие-то стрелки там, что можно будет как бы переключаться вроде бы. Так, иди сюда, миленький пинок. Ох. Видите, вот не получается у меня с ними драться. Я ему, кстати, вот видите, ручонку снес. Это надо, наверное, привыкнуть. Ну, потом у меня будет другая бита, с ней будет немножко лучше. У меня даже лук будет. Собираем все, что можем, потому что из этого мы будем все крафтить. Иди сюда, иди. Видите, он мне пол жизни снес. Ладно, пока что так будет. Я еще тот игрок, да? Ух ты! Мы можем вот так делать еще. Прыгать мы не можем. Духни ты, тварь. Вот, некоторым не нравится дизайн зомбаков. Вот такой. Мне как раз очень по кайфу. Мне очень нравится. Очень такие милые создания. Да? Почему я консерву не могу взять? Так, сейчас я кое-что сделаю. Вы уж на меня не злитесь. Потому что тут могут быть большие неприятности. Так. Тут, в общем, есть такие зомбаки, которые очень быстрые. Пронесло. Так. И
И тут вроде бы говорили, что тоже как бы это самое... Каждый раз игра по-другому бывает. То есть, если вы играли, захотели по новой, все будет по-другому. Вот, видите, вот там вот, вот это этот быстрый. С ним шутки очень плохи. Так, туда я тоже не хочу. Сейчас мы опять сохранимся. Так, нам надо как-то вот сюда. Опа. И вот он, наш. Так, у нас уже инвентарь полный. Вот наш поезд, на котором мы отправимся в путешествие. И скоро ваше мучение с сиреной кончится. О, у нас картошка даже есть. Это я первый раз вижу. Так, это вставляем, это забираем, ставим сюда. Вот только жаль, что нету быстрого перекидывания. Погодите, а может есть? А, вот. Извиняюсь, ошибся. Это я ставил, чтобы крафтить потом мог. Быстро пробежим. О, там зомбак. Не надо. Обойдемся. Так. Пустой. 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 А, тут все пусто. Там наверху ничего нету. Я туда лазил раньше. Итак. Наше путешествие начинается, да? Заводим. Убираем. Закрываем. Чук-чук. Ту-ту! Поехали! Так, не понял. Отправляемся. Бэу! Ну вот. Наше путешествие началось. Так, у нас есть вот такое. Создать. На этом вот, что сейчас делаю, будем делать оружие всякое.
Вот. И вот как строится. Прикольно. Ну вот, сейчас мы можем сделать нашу, сейчас, минутку, биту. Да? Ой. Кровать. Лук. Стрелы. Так, вот наш лук, вот наша бита, да. Сейчас пойдем поставим кровать. Это была загрузка, мы перешли в новую локацию. Ну вот, это наша кроватка. В общем, старайтесь всегда, когда ходите, двери закрывать, особенно когда поезд стоит, потому что иначе туда могут залезть зомбаки и, допустим, ночью вас могут сожрать. Ну вот, мы едем, да? А у меня, наоборот, все открыто, да? Так, наш парниша, я вижу, проголодался. Жрачки надо взять, да. Все остальное пока оставим. Поели чуток. Попили. Thank you.
Так, мы с вами подъезжаем к этому самому. К городишке такому. И как и говорил, у нас, ну, только я не знаю, где тут у нас горючка. Но, в общем, когда оно кончится, будет плохо. Я понимаю, вот здесь вроде. Как-то там можно, типа, между станциями, там есть какие-то заправки вроде бы. Я до этого пока не доходил. Так, лук я не одел, да? А, я одел. В общем, с луком тоже очень интересно. Сделано как в реале, смотрите, вот. Каждый раз вам надо перезаряжаться. То есть стрелу вкладывать. Да? А что тут зомбаков нет? Ни одного. Так, давайте. Опять сохранимся, так как тут альфа, мало ли что. Так. Вот, вижу зомбака. Не попали. И, кстати, стрелы можно собирать из него. Вот, видите? Но самих зомбаков лутать нельзя. Да? Что-то не особо мне тут с этим луком везет. Я как-то не понял, как с ним целиться. Но знаю, что надо попасть в голову. Два или три выстрела, и он умирает. Опа. Не попали. Опа. В глаз попал. Одной стрелы убил. Ничего себе. Одну стрелу видели, сломали. Пусто. Вот. Значится. Ента самая. Машинки тоже можно открывать. Эти вот бочки, что тут валяются, они не подходят для заправки. Ими можно просто кидаться, или их можно, в них можно из пистолета, там, из дробовика стрелять, они взрываются. Да? Так, я думаю, мы сейчас сделаем одну вещь. Мы пойдем вот туда. Там вроде бы, я не уверен, но вроде бы, там есть этот самый бронежилет. Или что-то в этом роде. Бежать не самая лучшая идея, потому что кончается стамина. Так, я слышу, к нам кто-то идет, но я не... Ах ты, вот где ты. Но я тебя не видел, да?
нас поднялся левель, правда, я не знаю, там как-то вроде что-то можно сделать, да. Самое главное, что у меня нет это аптечки. Как смешно и как весело. Да. Ну, давайте. Будем сохраняться. Ой, в эту сторону пошел. Ну, вроде сейчас лучше получается драться с ними, да? Пошли дальше. Я почти мертвый. Если что, умрем или чего. В общем, вернемся к нашей поезду. Это самое. Я восстановлю. Так сказал. О, как прикольно. У меня сами жизни восстановились. Хе-хе. Значит, умирать не так и плохо, да? Так вот лежать, нехренки, понимаете ли. Пошли дальше. Ну вот так вот примерно мы с вами и будем выживать, заниматься такими вещами. Дойдем до, значит, еще один. Дойдем, в общем, до армора и, наверное, эту серию закончим, да? Я вам показал, познакомил. Думаю, вам было весело, понравилось. Если понравится, будете смотреть, мы ее будем проходить дальше. Ну, не понравится, не понравится, что поделать. Но игрушка, по-моему, очень прикольная. Дохнет эта тварь. Сколько тут можно идти по этой дороге? Ох ты!
Это этот гад. Вот с ними самое тяжелое. Блин, да я тут не дойду до ночи, смотрю. Бежать вообще-то опасно, потому что у него кончится стамина, и он не сможет драться. А там, кстати, зомбак. Но это медленно. Да, и все нехорошо. Что у нас нету никакого света, либо я не знаю, как его включить. Но, в общем, в опциях я не видел такую кнопочку. А я уже вообще ничего не вижу, как и вы. Но где-то должен быть домик. Да? Где-то он должен быть. О, вроде бы луна вышла. Сегодня дойдем, или я куда-то не туда иду. В общем, чтобы вам не было так очень скучно, я, наверное, паузу включу в записи, а потом уже отключу. Да, я, конечно, сделал ошибку, да? Где я там сеялся? Так, погодите. Сейчас, минутку. Ну чё, пошли дальше, да? Извиняюсь. Так, надо только переделать сейф. Пошли дальше. Тут, к моему счастью, еще есть и автосейф. Что я забыл? Пусть. Вот с этими быстрыми очень лево, как говорится, это самое, потому что они очень быстрые, а еще управление такое немножко. Попасть там в темноте. Ну, сами поняли, в общем. Да?
Вот почему не надо бегать. Видите, сколько он мне жизни отнял? Так, надо сейчас сохраниться. Я вроде туда иду. Значит, это задолго, по-моему, я иду. Как-то странновато, что уже ночь, а я никуда не пришел. Либо я уже прошел и не видел. Извиняюсь. Что-то мне тут все странно выглядит очень. Чудеса. Ладно, я вас сейчас отключу. Дойду, не дойду, не знаю. Ну, чтобы вас не мучить. А, кажется, я все-таки дошел. Вот там вроде домик. Ну, мы хотя бы сможем, наверное, ночь переждать. Как-то. Да, походу, я все-таки дошел. Не очень быстро. Да вот. Все. Так, где тут вход у вас? Да. Это, конечно, не есть хорошо. Сейчас, минутку. Так, в общем, я типа в доме. Что-то тут у меня все ни хрена себе не видно. Да. Это, конечно, как-то странно, что нету никакого света. Есть часы. Вот что-то интересное. А мы можем, смотрите, левел получаем. Мы можем тут это самое
себя это самое, как бы улучшать себя, да? Г буковка английская. Ладно, я, наверное, сейчас как бы это самое закончу, потому что тут ничего не видно. Попробую дождаться утра все-таки. Да. В общем, на такой темной ноте я почти все вам показал, думаю. Примерно вот так все будет. Всем спасибо за внимание. Спасибо, что смотрели. Увидимся в других сериях. Вам удачки, здоровечка и пока-пока.